Здравствуйте, ребята. Находимся с батей в тайге. Ищем озерцо, здесь где-то должно находиться. Будем туда ставить мордушку. Я живу. Батя, ты счастлив? Сильно. Сильно счастлив? Очень. Чё ты лежишь, блядь? Разлёгся, блядь. Сука. Ой, блядь, пиздец. Чё, батя, где мордушку будем ставить? Чё, здесь прям будем ставить, что ли? Давай здесь поставим. Долби. Итак, наконец-то мы добрались. Вот, это озерцо. Будем ставить сейчас здесь фитиль. Вот. Ну там он чуть не провалились. Что-то тут лед. Лед хрустит. Дальше не пойду. Итак, вот мы на снегоходе здесь промчались. Все-таки я решился до сюда дойти. Лед хрустит, вот идем под ногами. Там вон вообще сквозная дырка, там видать. Может, андатры лазят. Вообще сквозная. Даже страшно подходить. Видишь, бать? Да, вот так. О, сквозная дырка. Вот в нее поставим. Вот так вот. Сейчас будем ставить фитиль. Зайцы все избегали. Куда я обратно подбежу? Назад будем здесь выезжать. Так, в этом месте будем ставить мордушку. Я его ногой начертил, сейчас пилой буду пропиливать.
сильно уже. Так, сейчас лед уже уберем лишь. Вот такая вот у нас полыня получилась. Сейчас будем сюда устанавливать мордушку. Итак, ложим тесто, приманка теста. На нерафинированном масле сделан, чтобы запах был, чтобы рыбу привлекать. Итак, сейчас будем устанавливать. Итак, устанавливаем мордушку. Так. Сейчас, батя, может расправить получше как-нибудь? Это мелко, смотрите, не утонуло, примерзнет все. Блять. Да хуёво. Итак, установили мордушку. Вот так вот это все дело выглядит. Завтра будем проверять и посмотрим, что попадется.